13-14 декабря в спорткомплексе «Лужники» состоялись международные соревнования по спортивным бальным танцам. Турнир за кубок имени Николая Озерова посвящен памяти выдающегося журналиста, спортивного комментатора, легендарного теннисиста, народного артиста и человека, неравнодушного к спорту. Потому что он был всероссийской и всемирно известным человеком, всесоюзно известным человеком. Он был скромным человеком. Я думаю, что, конечно, в душе ему было приятно. Турнир должен стать ежегодным событием в мире спортивных танцев, продолжая традиции Кубка Спартака. Соревнования проводятся при поддержке правительства Москвы и благотворительного фонда имени Озерова. В этот раз в конкурсе принимали участие пары из России, Белоруссии, Украины, Болгарии, Италии, Латвии, Польши, Литвы и Эстонии. Возраст участников от 9 до 35 лет. Нам очень нравится танцевать. Мы много пытаемся заниматься, чтобы стать чемпионами мира. Мы готовились к этому турниру очень серьезно. И мне очень понравился этот турнир. Все очень ярко, интересно и как бы не скучно сидеть. Очень приятно танцевать в вечернем отделении, когда столько зрителей. Да, столько народу, все смотрят на тебя. Да, конечно. Неповторимую атмосферу создали декорации с фотоколлажем из личных фотографий Николая Озерова и фильм о его жизни, специально подготовленный для турнира. Зрители получили огромное удовольствие от классической европейской и зажигательной латиноамериканской программ. Соревнования по спортивным бальным танцам – это всегда потрясающее зрелище. И, конечно, Кубок Николая Озерова не стал исключением.